тебе сказали. С 3 августа 2018 года находимся на рынке Красного Лимана возле железнодорожного вокзала. Знакомимся с ценовой политикой на рынке города Красного Лимана. Что почем? А почем зелень? Скажите. Вот это крупчик по 5, а петрушка, а щавель? Щавель 5. И кинза 5, все 5, да? А редис? Лук 7, редис 25. Килограмм? Нет. 500 грамм редис. Вот местный универмаг еще советского периода. Вот наши цены. А малинка почем стаканчик? 25. А ежевика? 20. А облепиха? 30. Вот цены на рыбу, тараночку. Уклейка у нас 25 гривен. Вязочка, да, это все на вязочку. Вот, вязочка 45 гривен. Плотва. Или так. И так далее. А грибочки почем? Грибочки разные есть. 45, 50, 70. Спасибочки. А кукуруза почем качан? Хорошая. Спасибо. А виноградик почем? 25? 25-30. Спасибо. А огурцы почем? Вот такие. По 6 и по 4. И груши по 4. И так далее. Спасибо. А почем такие цветочки? 30 гривен. Изучаем цены на вашем рынке. 30 гривен, пожалуйста. 30 гривен? 5 штук. Спасибо. О, а помидорчики такие хорошие. 9. Домашние. Да, почем да. Килограмм? 9. 9 гривен килограмм, да? Спасибо. О, а виноград. Почем такой хороший? 25 гривен кисточка килограмм. Килограмм, конечно. Спасибо. Для кого снимаете? Для СМИ. Средства массовой информации. Сайт Зараз Инфо. Сайт Зараз Инфо. Вот так выглядит рынок. Вот мед сейчас спросим почем. Почем мед ваш с липой такой интересный? Это варенье. Это варенье? И почем? 35. 35 гривен. Это все варенье, меда нет. Вот. А, мед такой, баночка почем? 35. Спасибо. А это что, шишечки? Да. Ольха? Нет, сосна. Сосна, такие маленькие шишки. И почем такое удовольствие? 50. 50 гривен. Такая баночка. Варенье. Спасибочки. Почем у нас 3 августа? Кабачки. Почем? По 5 гривен. Спасибо. Вот так у нас великолепно выглядит рынок в городе Красный. Когда-то назывался Красный Лиман. Сегодня город Лиман называется. Смотрите сайт Зараз Инфо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал YouTube Зараз Инфо и на страничку Facebook Зараз Инфо. Всем хорошего настроения, доброго дня или доброй ночи.